вами Иван Идавич на своем YouTube-канале. Я обозревал серию педалек Mini Core от компании NewX. Или NewX, если вам так удобней. У четырех педалек из шести есть замечательный маленький USB-разъемчик. Но вот зачем? А затем, что для педалек на сайте производителя есть имиджи, или образы, или прошивки. Для примера возьмем Revolit Horus и посмотрим, что для него есть. И сайт нам сообщает, что Horus можно прошить тремя разными прошивками с тремя разными вариантами Horus'а. Horus 80-х, модерновый Horus и винтажный Horus 70-х. По картинкам понятно, на что намекает производитель. В разделе «Поддержки» мы находим прошивку для Mac'а или для Windows'а. Я на Mac'е, поэтому я буду Mac'овскую версию использовать, но для Windows все то же самое. И есть инструкция, как это происходит. Отключаем педаль от питания при помощи микро-USB провода, подключаем по USB к вашему компьютеру, Mac'у или PC, запускаем NewX DFU Updater. В этот момент педаль нужно включить, удерживая foot switch на педали. И педаль соединится с апдейтером. В апдейтере выбираем бинарный файл прошивки, нажимаем кнопочку Start Update, и идет прошивка. Когда этот процесс закончится, нам сообщат, что все прошло успешно, напишут, какая версия установлена, после чего можно спокойно отключить питание и вытащить провод USB из педали. Педаль можно использовать. Давайте послушаем, что получилось. Такие различия, но я заметил, что при слабых настройках глубины и интенсивности различий не так уж и много между трех хорусов. Тем не менее, винтаж вариант прошивки мне все-таки кажется каким-то более приятным и аналоговым. На мой взгляд, идея с возможностью купить одну педаль как платформу и заливать в нее прошивку по своему выбору уже после покупки абсолютно прекрасна и расчудесно расширяет неимоверно диапазон использования возможности педали. Прекрасное решение, при этом на цену это никак не влияет, апдейты бесплатные. Это был мой короткий обзор прошивок педалей NewX. С вами был Иван, на моем YouTube-канале есть еще множество гитарных видео. Пока!